Всем привет! 5 февраля 2020 года, Центр аферистов и услужных технологий. Здравствуйте! Вас здесь обманут, здесь сидят жулики и мошенники. Я ухожу сюда уже полгода. Да, жулики? Обманут здесь? А вы жулики и мошенники? Ну-ка посмотрим, вот они жулики, вот он, жулик, сидит. Даренко, а? Жулик Даренко, который не работает здесь. Лучше уходить, бегите отсюда. Здесь жулики сидят. Вон они как боятся меня. Иван, вы присядьте. Вас зачем? Я стою, постою. Ну, я не хочу с вами диалог вести, зачем вам стоять? Когда жулики отдадите мои деньги, деньги моей жены? Они обманывают людей. Как? Всякими разными способами предлагают, что там, роботов предлагают, подходите, трейдеров предлагают, а потом эти трейдеры роботы сливают ваши денежки, а потом так, будете вот так же ходить. Ваш? Да, жулики? Иван, я могу на вас заявление написать за сколько? Напишите. Пожалуйста. Напишите. Так, диктуйте. Если вы жулики. Вот один из жуликов, Шлыков. Его телефон, звоните ему, передавайте привет. Закрылись. Боятся меня. Евгений, да? Евгений, не стоит туда. Не стоит иметь дело с этими жуликами. Вот, жулик. У вас есть какой-то вопрос? Задавайте, пожалуйста. Да, когда... Подходите ко мне! Какой колеи, выходите! Подходите ко мне! Какой колеи, выходите! За мной следите! Я отхожу от вас! Все, и выходите! За мной следите! Я отхожу от вас! Все, и выходите! Когда вернете деньги? Какие жулик? Деньги? Которые вы украли. Жулик Даренко. Вы говорите о том, что я украл у вас деньги, правильно? Да. А можно еще раз тогда при свидетелях? То есть вы утверждаете то, что я у вас украл деньги, правильно? Компания Телетрейд. Вы говорите то, что я у вас украл деньги, правильно? Компания Телетрейд. Еще раз, не трогайте меня. Не отвлекайтесь, пожалуйста, Даренко. От главной мысли. Скажите, пожалуйста. Компания Телетрейд. У вас, вы возглавляете компанию Телетрейд и ЦАФТ? Нет. Что вы здесь делаете? Я обучаю персонал. Вы обучаете персонал? Да. Да. Руководитель, вы же являетесь руководителем компании? Нет, я не являюсь руководителем компании. Уже не являетесь, да? Я не являлся, вы об этом знаете. Серьезно? Серьезно. А является руководителем компании? Нет, я не являюсь руководителем компании. Уже не являетесь, да? Я не являлся, вы об этом знаете. Серьезно? Серьезно. А является руководителем компании? Нет, я не являюсь руководителем компании. Уже не являетесь, да? Я не являлся, вы об этом знаете. Серьезно? Серьезно. А кто является руководителем компании? Какой компании? ЦАФТ? Телетрейд, ЦАФТ. Телетрейд мне неизвестно. Компания, неизвестно? Неизвестно. Телетрейд мне неизвестно. Компания, неизвестно? Неизвестно. Покупать доли в другом бизнесе. Телетрейд мне неизвестно. Компания, неизвестно? Неизвестно. Вы никогда не слышали об этой компании? Я знаю об этой компании. Я не знаю, кто является руководителем. Плюс, очень интересным моментом, я считаю, это кредитование собственных сотрудников. Понятно, все понятно. Еще компания ЦАФТ и Телетрейд является жуликом. Вы являетесь руководителем. Конкретно. Я не являюсь руководителем. Когда... Плюс, очень интересным моментом, я считаю, это кредитование собственных сотрудников. Вернуть мои деньги. Какие деньги? Деньги, украденные моей жены. Кто эти деньги у вас украл? Скажите, пожалуйста. Компания давайте вызовем полицию и вместе с этим разберемся. Вызывайте. Отлично. Вы можете пойти в переговорную комнату тогда? Зачем? Ну, чтобы вам было удобнее, комфортней. А мне и здесь удобнее. Чай, кофе будете? Нет. А почему? Водички может вам налить? Не хочу. Вы устали, наверное. Вот запомните вот это лицо, это Даренко. Здравствуйте. Вы со мной следите! Вы со мной следите! Руководитель компании Телетрейд. Я не являюсь руководителем ни компании ЦАФТ. Я являюсь бизнес-тренером компании. Я могу предоставить данный договор. Консультирую персонал по поводу работы с клиентами, по поводу общения. Да, да, да. Еще у вас какие-то вопросы, может быть, есть? У меня есть один вопрос. Когда вернут деньги моей жены? Вы что завладели это все? Какие деньги? Скажите, пожалуйста. Которые украдены вашей компании. Давайте вместе с вами разберемся. Какие деньги? Давайте, рассказывайте. Как у вас украли ваши деньги? Расскажите, пожалуйста. С помощью роботов. Каких роботов? Которые вы продали мне. Каких роботов? Я вам ничего не продавал. Серьезно? Давайте расскажите, что за роботы были? Золотой робот. Потом. Какой золотой робот? Вы купили робота, я правильно понимаю? Вы не знаете об этом. Вы купили робота. У меня есть... Вы зачем спрашиваете, просто задаете? Вы либо с вами общаемся, да. Либо вы
Я говорите, приобрел робот. Отлично. У кого вы приобрели робот? Скажите, пожалуйста. У компании Teletrade. У компании Teletrade? Да. У вас есть документ, подтверждающий то, что покупали компанию Teletrade? Значит, компания Teletrade отправила меня для покупки робота. Куда отправила? Вы знаете прекрасно. Я не знаю. Скажите, пожалуйста. Значит, компания Teletrade, как в торжественной обстановке, вручила мне этого робота и заверила, что данный робот... У кого вы приобрели, скажите, пожалуйста? У вашего... У кого? У вашего подельника. У моего подельника? Да, у вашего подельника. У меня есть подельник какой-то? Да. А как его зовут тогда, скажите? Кого вы приглашали? Я не знаю, кого вы приглашали на встречу. Что у вас руки-то трясутся? У меня потому что болею немножко. Живите в маске. Да. У меня температура. Нет, я не буду от вас подходить. Я в маске. Я использую средства защиты индивидуальные. Вы со мной следите! Я не слышу! Вы со мной следите! Закидите все в машину! Простите, что со мной следите! Я не слышу! Вы со мной следите! Вам если не нравится, вы можете покинуть. Вы не совсем адекватный человек. Ну это ваше право так считать. Бегали за мной. Ну отойдите от меня, а? Некомфортное для меня расстояние. Вот. Я стою там, где я хочу, поймите. Это первый момент. Второй момент. Согласен. Комфортное расстояние. У вас расстояние. Есть какой-то вопрос? Давайте разберемся. Верните задавайте. Деньги моей какие, жены. Какие деньги? Тритные. Какие деньги? Тритные. Какие деньги? Тритные. Деньги, хорошо. Кому вы их передавали? Компания Teletrade. Компания Teletrade, отлично. Я компания ЦАФТ. Компании ЦАФТ вы передавали деньги. Вы являлись руководителем компании Teletrade. Я не являлся никогда руководителем компании Teletrade. Никогда не являлся руководителем компании Teletrade. Плюс покупать паи, да, вкладывать в паевые фонды. Я являлся никогда руководителем компании Teletrade. Никогда не являлся руководителем компании Teletrade. Серьезно? Я работаю в компании удаленной торговли. А удаленная торговля и компания Teletrade это не одно и то же? Нет, это не одно и то же. Серьезно? Серьезно? Хорошо, где мои деньги моей жены? Так что деньги? Так вы давайте по порядку идти. Вы почему постоянно прыгаете? Где деньги моей жены, скажите, пожалуйста. Иван Юрьевич. Юрьевич, да? Да. Можно к вам обращаться так? Иван Юрьевич, можно так обращаться? Как хотите, так обращайтесь. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, кто у вас деньги-то взял? Куда деньги-то отправляли? Вот этот человек. Вот этот человек. Здравствуйте. Обещал вернуть мне, отторговать. Предложил несколько роботов. Я вам ничего роботов. Не обещал. Зачем вы врете людям? Зачем вы врете людям? У меня есть аудиоразговор. Давайте, аудиозапись. Давайте их да приложим. Да я вам ничего не дам. Да давайте. Ну что вот ж. Когда вернете деньги, тогда у, да. У вас все как-то очень, почему-то у только одни слова. Все, да. И... все, только у меня. Давайте по порядку разберемся. У вас какой-то вопрос. Давайте его решим. Не дышите на меня. Давайте его решим. Ну серьезно, давайте решим давайте. Ваш вопрос. Отлично. Верните, в чем вопрос? Верните деньги. Так это не вопрос. $30,000 плюс 2000 за робота. Отлично. Давайте представьте документ, то, что вы куда эти деньги переводили. Как вы эти деньги переводили? Мы с вами разберемся. Я приходил не раз уже сюда. Нет, нет, так вы хотите решить вопрос или нет? Хочу. Отлично, пожалуйста, давайте документы, сядем, посмотрим прямо вместе с вами. Сейчас? Давайте прямо сейчас. Это что-то решит? Ну, я думаю, да, почему нет? Хорошо, договариваемся. На... Нет, сейчас нет. У меня документов нету с собой. Отлично, когда вы сможете? Когда можно будет прийти? Ну, я прошу ребят, которые будут проводить с вами встречу, потому что я какие, не имею полномочий. Какие ребята? Ну, это и сотрудники компании ЦАФТ. Например, фамилии назовите. Ну, не знаю, может быть, кто-то из менеджеров. Какая разница-то? Вам какая разница? Вы задачу хотите решить? Да. Ну и все? Я неоднократно приходил сюда, чтобы решить. Отлично. Вопрос. Ну, так вы сможете предоставить документ? Предоставлю. Ну, когда документы будут, приходите, пообщаемся. Удобно для вас время. Договорились? Хорошо, договорились. Спасибо, до свидания. Вот Даренко пообещал решить вопрос. Посмотрим. Что посмотрим? Решит вопрос или нет? Я не буду вопрос решать, я к ним отношения не имею. Я информацию передам, и ваша задача будет решена. Главное, документы с собой не забудьте, Иван, пожалуйста, ладно? Хорошо. Спасибо. Не забудем. Говорят, что он тут не работает. Он говорил. Да? Сегодня вот очередная сходка по обману. Анкету заполните, я вам все скажу, Иван. Не хочу. Тогда не скажу. Почему? Не хочу. Не хочу. Я имею право не говорить вам. Вы имеете? Не клиент компании. Вот. Я не клиент компании? Нет. У меня жена клиент компании. Ну, а вы клиент компании? У меня жена клиент а компании. Клиент у меня компании? Доверенность. Ответьте мне на вопрос. Вы клиент компании? У меня есть доверенность от жены. Хорошо, жена пусть приходит к жене. Доверенность от жены Иван, есть. Я вам не буду ничего говорить. Все. Все понятно с вами. Вот центр аферистов и флыжных технологий. Надеюсь, скоро увидимся мы в другой обстановке. Вы со мной следите! Я вы не со мной слежу. Следите! Закидите все в машину! Я... Простите, вы со мной следите! Я вы не со мной слежу. Следите!